Хакуна Матата, всем, кто смотрит данное видео, вместе со мной, с вами Пумба, игровой канал Тимона Пумба и Налы, и неожиданно для всех мы продолжаем. Чего продолжаем мы? Играть. Драгоныч. Ты кто? Yes. What? Is it customary where you're from to give complete strangers questioning looks? Чё? Ты кто такой, слышь? They call me Casavir. I'm first mate on Captain Isabella's ship. More than this, you do not need to know. Какой Изабеллы? Do you lack the ears and eyes? She did not get into the fight. They brought it to her. Some of them never learn. If Isabella consents to play a game with you, it's an honor. You do not ask for compensation if you lose. Чего? Что ты можешь о ней рассказать? Isabella commands the crew on the siren's call. She is a remarkable woman, and as you saw, quite formidable. She calls herself a duelist. But you cannot pay me enough to duel her. I'm not so stupid as those two. Mm-hmm. Чё там между дуэлянкой? You should ask Isabella. I do not know how to explain. Ладно. А я могу ещё с тобой поговорить? You again. What is it you want from me now? Что там? Some of them never learn. If Isabella consents to play a game with you, it's an honor. Isabella, she calls herself a duelist. Что между ними? Did you not see? They wanted money back. А, понятно. Some of them never learn. If Isabella consents to play a game with you, it's an honor. Да всё, хорош. You do not ask for compensation. Пошёл ты, одно и то же говорит, блин. Изабелла, это ты? Я знаю, что это ты, Изабелла. Но почему он каждый раз так о тебе говорит? Welcome to the Pearl. I'm Sanger, the proprietor. Да. Have a seat. Get comfortable and tell me what you need. Every one of my people here is a skilled craftsman, and don't let anyone tell you different. А, я понял, что это такое. Наконец-то я понял. You'll have to go one at a time, I'm afraid. Our rooms aren't quite big enough to share between so many. But we can discuss that in a moment. So what would you like me to show you? The men or the women? Or some of both, if you prefer. Прекрасно. Ну да. Ну ладно, я понял, да. Я понял тебя. Это нифига тут, короче, муть какая. Ну, не муть, а в смысле, но все равно. Вы поняли, да? Что это такое? Я только сейчас понял, что это такое. То есть она бы не начала говорить. Как бы жив, отойди. Сука, как бы жив, а? Как бы жив, нет, ну в смысле. Педан. Мешок с трупом. О, давайте мешок с трупом. Это мое любимое занятие в этой игре. Че это? Здрасте. Я не помешаю. Это что? Не знаю. Да. Не очень-то охота мне тут заниматься этими делами. А, там закрыто. Это вот сюда к нему? Понятно, я все понял. Make a Chantry Templars, whoever, save me. I didn't mean to kill him. Can you make this go away? Краш, не удалось, ты прикинь. Да заберу я твой труп. I could have handled it. Thanks. I think I need to go hide somewhere. Да, иди отсюда нахрен. Лилька, ты где? Ты мне нужна. Ты мне всегда нужна. О, любовное письмо. Отлично. Я собираю, бегаю любовные письма, короче. Не знаю, за кой хрен они мне. Ну так, туда мы не пойдем тогда, раз там закрыто. А вариантов-то нет. А тут тоже закрыто. Да ты прикинь, не попасть. Ну и ладно. О, погоди-ка. А там что-то ведь было, да? Да, что-то там было. Там книга какая-то была, да ты прикинь, как-то так-то. Блин, и что теперь делать? О, да-да-да-да-да-да-да. Четко, я там читал эту фигню. Я помню. Погоди. Not just a supporter, Payden. That's a Grey Warden. Понятно. She's the one Arl Howe is looking for. Our trap landed a warden.
You've got one chance to surrender. Давайте попробуем убеждать. For what it's worth, I believe you. Not that I particularly care. We're not common guards, Warden. We're House Elite. Понятно, убить вас придется. Шевра, Танант и Джарви. Let's kill ourselves a Warden. Warden Fenton. Видите? Вы стояли у меня на пути. Сначала убиваем жена. Дайте в жопу. Да. Бери ее. Лирика отомстила, типа, говорит, как так? Ты баба, мало того, что так, ты еще и разбойник, да? Не дело так, это я только одна такая могу быть, да? Ну ладно, чего? Убила, так убила всех. Убили, так убили всех, чего? Че, типа, это задание и было это, нет? Ну ладно. Хорошо, я прочитал, что там надо говорить. Да, а че? Какого хрена дверь-то закрыл? Какого хрена дверь-то закрыли? О! Right. Беги! Всё. А как я попал? А в честь чего сюда меня пустили-то? Ну, короче, здесь была книга. Нет! Я только ради сундука сюда. Понятно. Ну, ладно, допустим. Я думал, я, конечно, за большим иду сюда. Но нет, так нет. Это ты, Изабелла? Давай говорить. The Grey Warden. And I had heard that all the Ferelden Wardens were killed or exiled from this place. Oh, don't look so surprised. I've seen many of your kind in my journeys, and there is always something odd. Ладно, допустим. But, Grey Warden or no, it is refreshing to see another woman who answers to no one. Ну, давайте так. Now, what can I do for you, my dear? Да, вот так. I assume you saw that little drama. And none of these poor brutes has ever proven a match for me. They are too clumsy and predictable. I fight with quickness and wit, rather than with brute force and strength. Uh-huh. I call myself a duelist because I honed my skills in duels with warriors I encountered over the years. Uh-huh. Ну-ка. As I said, it is better to avoid being hit, and it is best not to get into fights at all. Ладно. Давай. An unusual request, coming from a fearsome slayer of darkspawn. I am flattered that you wish to learn да-да. From me. Да-да. Во второй части ты получше будешь. But I have watched you, and you seem to lack a particular grace that is required. You are accustomed to doing battle a certain way. Ну yes? Да. I can teach you some basics. Perhaps you can pass it on to someone who might be interested in what I have to offer. Ну, давай. I do, however, wish to get to know my potential student better. So we shall call for a drink, and you will honor me with a game. Ладно. Так, ну-ка. Do you have something else in mind? Ну-ка. Oh, really? Well, regrettably, there was much revelry aboard my ship last night, черт. And my ну, cabins ладно. Are not yet ready to receive visitors. Now then, a drink. A round of wicked grace, else we have no agreement. Ладно, сыграем. Have you ever played Wicked Grace? It is easy to learn, but difficult to master. You must watch your opponent's moves as carefully as your own. Before we start, the cards must be shuffled. Shall I or would you like to? Тасуй ты. Very well. Давай. Я не помню, что у тебя тут. There. That should be sufficient. Five cards each to start with. And may the cleverest player win. Is it my turn again? Ну-ка.
this card, I shall play face down, I think. Так. Please, keep your hands to yourself. Ладно, допустим. Ha! The Angel of Death card. The game is over. We must show our hands. Блин. Two serpents, a song. Not bad. But the rest of your hand is rather pitiable. I have four knights. Roses, ages, sacrifice, and wisdom. Да ты, иди ты. Я помню, что ты какая-то. Still undefeated after all these years. Will I never meet my match? Ну-ка. Now. There's no need for such petty accusations. You are simply an inexperienced player. Да ты, блин, да я помню, что что-то тут такое. Давай еще раз. Oh, you're a good sport. Another game then. Before we start, the cards must be shuffled. Shall I or would you like to? Давай я. Good. Go ahead then. Так, допустим. О, как я мастерски, слышали? Five cards each to start with, and may the cleverest player win. It looks like the deck is being kind to me today. Да ладно. Блин, как же это? Опа-на! Да, да ладно! Так, you certainly have quick reflexes. Ладно. I'm quite impressed. And as for me cheating, well, the game does not matter. I just wanted to see if you could outwit me. Допустим, отлично. You have proven yourself quick and resourceful, and I would be honored to pass my skills on to you. Давай. Давай. Come. We will need some space for this. Давай. Что, драться придется? О, дуэлянт. А кто-то у меня мог быть дуэлянтом. I don't think there's anything else I can teach you. Perhaps tell those you meet where you learned what you know. Ладно. Отлично. Я теперь молодец. Не знаю, что я хотел сказать. Просто молодец я. Пошлите в торговый квартал, нам надо сдать там задание этому мужику. Ведь да? Бляха-муха! Что ж вам не имется-то? А? I was hoping I'd find you. I heard about the pearl. I don't know how, but you got them to leave with no fuss at all. Ну вот. The pearl's workers will... Nobody gives orders to my men but me. A little lesson in respect is in order. I see. Don't bother sparing these luts. Things are about to get messy. О, да ладно. Этих можно ищи. Отлично. Бейте, бейте, бейте. Бейте их, ёлы палы, что народ. Ещё давайте убьют этого командира. Давай. Я не понял, какого хрена он не заморозился? People actually voluntarily attack you. Are they just stupid? Here's the payment I promised. I might have more work if you're interested. Ладно, давай. I'm heading back to the market district. Back alleys are just too dangerous. Да я понял, да, я уже вижу. Как только я тебя увидел, проблемы все начались. Это из-за тебя, короче, я понял. Ни хрена не мы виноваты. Ты виноват в этом. А вот катод, отлично. Все. Больше ничего нет. Допустим. Так, мужик, жди. Стой, стой. На карту города, конечно же. Все, погнали дальше. В смысле, я сюда шел. Пиздец. Дошел почти. Угу. Сейчас опять тут же сорвемся. Прикинь! Да конечно же! Какого хрена-то? Опять никого нет. Вы меня не проведете в этот раз.
Ебать вас там! Ой, я не заморозил Алистера. Алистер красав! Алистер малыш! А, не идите туда! Ну ладно. Давайте-ка. А всё? Не понял. Знаете? Давайте. Опа-на. Всё. Блин, отойди. Чего вы, разбойник, как у меня надо? Ладно, на меня стража. Страж нападал. Какие-то разбойники нападают. Я офигею просто. Хорош, радоваться-то. Убийство. Мы как бы серые стражи, а не убийцы. Я не знаю, мы... Знаете, этот путь тернист трупами, по-моему. Блин, подойти надо, прикинь. Я думал, на расстоянии подберем. Все, я могу идти, да? Нет? Или что? Или опять вернусь в жемчужину? Нет? Слава богу! Я дошел. Да ведь? Ну да, все. А, это эльфинаж, он закрыт, точно. А, понятно, почему в обход-то пошли. Вот так, потому что эльфинаж-то вход закрыт. А, все, ну да, логично тогда. Непонятно, почему здесь такими круглями ходят. Допустим, вот отсюда, вот. Вот так вот идет. Ну, вы видели, да? Пипец, просто неудобно было. Однако. Давайте сюда. Good to see you, Warden. Fighting the good fight, eh? Дашь наводку? I'm learning some. Понятно. Нет тебе ничего. Обдумывай там наводки какие-то. Чё ты обманываешь? Здорово. And after much sweat, blood and toil, her labors ended, and the world marveled at what she wrought. А, они ж могут говорить только этим песнями. Точно. Я что-то задание какое-то выполнил, я не знаю. За какое задание-то хоть выполнил? А, в закулку Денрима. Все, я уничтожил всех бандитов и получил награду. А, погоди, стоп, тут труп надо сбросить. Я помню, да. Давай. Да. Это сумка. Мне еще нравится, как труп называют сумкой. Как бы не особо это труп. Ой, не особо это сумка. Не особо это труп. Так, здорово. Take this. You've earned it. Все, спасибо. Задание выполнил. Что это я там сделал? Помните, все 4 дома те, нормально. 4 дома, все, да, я понял. Все, тут ничего нету, пошли дальше. Тут какое-то задание. А, задание у этого мужика, точно. Он же сказал, типа, у меня еще найдется для тебя задание. Отлично, давай. Good to see you back. Да, давай. I've got complaints in the Nord Noble Tavern that some mercenaries have invaded. Nothing violent has happened. The sellswords are probably just disturbing the nobles' rarefied conversation. Uh-huh. Just drum the louts out of there. The barkeep doesn't mind some blood, or sport, as she called it. Captain said Denrim won't miss a few dead mercenaries. Do what you will, and good luck. Понял? То есть, если парочка наемников пропадет, то ничего. Ничего, что, кстати, у тебя тут до хрена народ-то умерло. Померло. Ему как бы вообще без разницы. Ну, нормально. Он говорит, все хорошо. Но по кусандорине я знаю, где. Так мне сюда и надо. Все равно как раз было по пути. Так что отлично. Сюда и зайдем. Да, все, мы на месте. О, кстати. Тебе что-то задание какое-то, нет? What can I get you, stranger? Ну-ка. Так, кивнуть и уйти. А, мы покивали и все, типа, такие, нормально. Два киванчика. Погоди, вот это задание какое. А, это вот эти, вот это. Понял, здорово. Вы что тут мешаете? Кровавые весла, чё? Ага. Каким боем? Боем чего? Да, ну-ка точнее. They glare at my patrons. They're loud. They're rude. And they smell. Отлично. Так, ну-ка. I want them out. If they resist, force the barbarians out. Понятно. Patrons don't mind a little sport of it. Так, ладно.
happen to like the ale better here, the wine too. Less ты сдавай зря. So long as we're paying, they're serving. Ты зря. Ну-ка, давай-ка. Nobles. Ну вот именно так. Fine. We'll leave. We don't want trouble with nobles. Ну вот, вот и все. А, не надо мне тут. Я тебе говорю сразу, иди, так надо слушать сразу. Да вот он стоит, сопротивляется. Дверь закрыли, как бы. А только вам все попадут, и вообще как бы нормально. Давай, дрова. A little bird told me one of Logan's friends had an accident. Terribly. Да, очень часто вообще. You might want to look in the chest behind me. There might be something of interest. А, у вас даже так, типа, чтоб руки не морать. Прикольно сделано. А, типа, это контракты. Серьезно. Так. Контракт. Понял. Два контракта. А, понятно, Арзамар. Ну все, я понял. Ни хрена у вас задания как раскиданы. Ни рядом, ни близко, а выйти бы надо. Ну, давайте мы тогда дойдем до стражи. Сдадим ему задание, узнаем, надо ли что-нибудь еще. Если нет, то на этом все. Если. Да, если и да, то на этом все, как бы. Просто надо было что-то сказать. Поэтому я и начал говорить, что типа там еще не все, не конец. Конечно, нет, конец, уже все хорош. Задание и так много выполнено. Вот, мне даже показ куда бежать. О, молодцы. Отлично. Давай. Эдвина sends her thanks for getting rid of the criminals. Mind you, she's disappointed there was no fighting. Here's payment. You've helped out a great deal. Она разочарована даже. Ну ты прикинь, короче, она еще и разочарована. Не, давайте вот на этой разочарованной ноте я с вами попрощаюсь. Увидимся в следующей серии. Напоминаю, с вами был Пумба, игровой канал Тимона Пумба. И на всем хорошего, удачи, до новых встреч, пока.